Всем привет, друзья, подписчики мои. И сегодня мы сделаем ловушку Вершу с Бобби. Будет помогать мне хороший, так как я уже не раз делал, но с пластиковой сетки. А сегодня мы сделаем такую вот настоящую из таких вот веток с орешника. Поставим на болоте, так как я там не раз уже ловил. И очень интересно, что туда поналазит. Мне кажется, что может и щука какая-то, ну, и какой-то и карп, и много чего. Так как я давно ничего не делал, и очень захотелось что-то помастерить, поделать руками. И очень нравится это ребятам также. Сейчас я нахожусь недалеко от этого болота. Сейчас мы пойдем нарубим много веток. Конечно, это такой кусок работы будет. И сделаем такую вот огромную большую вершу. И пойдем потом поставим ее на ночь. И посмотрим, что там поналазит. Если что-то туда залезет, то потом разведем костерчик на следующий день. И себе пожарим, перекусим. И заодно Бобби погуляет. Так, взял топор, там проволотки. И такую вот шкуру кролячью. Бобина такая вот игрушка очень нравится. Заодно пользуется моментом, так как мы в лесу, и тренировать Бобби. Ну что ж, погнали, погнали, тихонько. Доволен очень в лесу побегать. Ну что ж, пошли рубить много веток. Нам надо такой пучок хороший сделать, 3 круга разомнять, скрутить. И будем делать вершу. Да, Боба, 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 ты куда? Да, Боба, 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 это зрители твои, не можно. Молодец, молодец. Жарко, да, Боба? Набегался? Да, Боба? Молодец, сидеть, сидеть, Боба. Здесь много таких вот кустов орешника и хорошие такие веточки, средние, не очень толстые. Сейчас мы их нарубим. Нам понадобится их очень много. Так, Боба, не мешай. Здесь так пройдемся, нарубим. Блин, как красиво, как живописно. Эти бревна лежат. Как круто. Да, Боба, что там, не мог вылезти? Иди сюда. Скоро будешь выпрыгивать только так. Так, вырубил одну ветку. И вот здесь есть такая вот хорошенькая. Вот. Нарубили еще вот. Фу, столько веток, жарко очень. Сейчас мы их подгоним в один размер и сделаем кольца и будем прикручивать, делать нашу такую вот ловушку вершу. Здесь нашел такой пенек, где можно будет рубить. Ну что ж, поехали. Кусок работы сделать эту ловушку. Это не просто сделать какие-то там кольца и натянуть какую-то сетку пластиковую, сколько я раз делал. Намного проще. А вот с веток, ну, просто говорят, что из веток рыба идет намного лучше, чем пластиковую. Говорят, бывают, ставят какие-то там из пластиковые, металлические. Говорит, вообще там ничего нет. А вот в деревянной идет рыба. Любит она чего-то. Ну, посмотрим. Тем более болото, прикормочку туда кинем, там оно так заросшее. Я думаю, будет наладить рыба. И будем, если что, иногда приезжать на рыбалочку. Будет там стоять верша и проверять не один раз. Будет интересно. Ну что ж, поехали делать. Берем теперь. И вот так чистим. Рубим в один в размер. И берем так следующую. Смотрим. Вот так. И это где-то здесь. Все. И так делаем с каждой. Все, нарубили столько веток на ловушку. Может, еще нужно будет дорубить. А сейчас мы сделаем
Три круга нам понадобится для этой ловушки, чтобы прикручивать вот эти ветки. Пахан спит пока. На раскладушечке так. Это так мне помогает. Взял раскладушку. Он отдыхает. Ему хорошо, он набегался. От у Бобби. Хороший Бобби. Отдыхай. А мы пока будем делать ловушку дальше. Для этой ловушки нам понадобится сейчас сделать три круга. Такие вот я вырубил не сильно толстые ветки. Где нужно их разомнять сейчас. А вот и Боба поспал, пришел помогать. Да, Боба. Хорошо разомнял. И попытаемся сейчас сделать один круг. Привязываем один конец и прикручиваем вот здесь, берем, сделаем хорошую такую надежную, чтобы можно было использовать много раз, и будем, если что, приезжать на рыбалку и проверять. Будет очень интересно, что налезет там за сутки, потом через неделю. Очень интересно, может там разная рыба на том болоте. Мне кажется, мелочи нету, не ловится. Мне кажется, там есть большая щука. Может, спиннинг как-то покидаем. Все, сделали такой вот один круг. Нам нужно сделать такие вот три круга. И еще маленький, чтобы вставить потом такой вот карман. Сделал вот такие вот три круга. Нам понадобится. И одно маленькое. Здесь мы сделаем такой вот карман. Также нарежем веток. И потом вставим. А пока мы будем делать из этих веток. Берем первую ветку. Я уже не раз делал, показывал каркас, как я делал. А потом натягивал пластиковую сетку. То теперь нам нужно будет полностью из веток каждую брать и прикручивать. Вот такая вот у меня будет верша. Фу. Ну что ж, будем прикручивать и посмотрим, что получится. Я думаю, получится классная ловушка. Для рыбалки нам приходится все же немного подготовиться и куда-то ехать. То в Total War Arena тебя избавили от подготовки и рутины. Ты можешь сразу окунуться в пыл сражения, где легендарные полководцы и армии истории сталкиваются в ожесточенных эпичных боях. Возьми на себя роль великого полководца Цезаря Ганнибала или мастера засад и дальнего боя Амбиарикса. Используй стратегический талант и приведи свои войска к победе на новой карте городской застройки Капуя. А если зарегистрироваться на новый аккаунт с инвайт-кодом по моей ссылке, то можно получить еще 500 голда и неделю премиума. Все, наконец-то! Ловушка готова. Боба вот проверил. Да, Боба, классная. Сколько время, сколько труда, конечно. Мозг прокидывался уже плюнуть и поехать купить какую-то пластиковую сетку и натянуть. Так как второй вечер, я вчера не успел, я приехал, и вот сегодня еще целый вечер вот ковырял, делал, сколько времени, сколько труда, но я думаю, лайк я заслужил. Кто знает, что это такое труд. Ловушка верша морда, конечно, получилась очень хорошая. Взять. Если я сказал, что мы сделаем из орешника света, то мы сделаем. Ну что ж, сейчас нам останется прицепить прикормки. Дотянул уже ее до самого болота, чтобы не сорвать спину, так как она такая увесистая, эта ловушка получилась. Такой вот карман сделал. Сейчас мы вставим сюда вот. Ну, привяжем туда прикормки. И я думаю, будет очень классно. Ну что ж, пошли. Да, Боб? Да, Боб. Да, сделал я наконец-то. Наконец-то. Отдай прикормку, Боба. Отдай прикормку. Ну, Боба. Успокойся. Тихо, тихо. Бобе надоело, что я делаю так долго ловушку, а с ним не гуляю. Да-да, все, иди, будешь наживка ты. Вот такая вот прикормка. Ну подожди, Боба. Все,
и набиваем много таких вот отверстий, чтобы приконка чуть-чуть высыпалась, и кинем ее туда, привяжем. Боба уже чуть-чуть ее порвал. Успокойся. Боба заскучал просто. Он хочет гуляться. Да, да. Да, Боба. Да, Боба. Да. Да. Привязываем прикормку. И одеваем такой вот карман, чтобы рыба заходила и не могла выйти. Кидаем туда еще пару булыжников. И плывем ставить ее. Все, ребята, поплыли ставить нашу ловушку под камыш. Конец-то. Фу, ее пока притащишь. В лодку кинул. Сейчас поставим здесь под камышиком. Так, сейчас установим эту вершу в этом болоте в камышах. Блин, лодка, не отплывай. Взял камни. Груз такой. И сейчас мы ее в камыши, блин. На самое дно. Вот это она меня вымучила. Все, есть, поставил вершу. Зашел туда так далеко в камыши. Два булыжника сверху, короче, на веревке. И поставил. Фу, с трудом, блин, сделал. И с трудом поставил, так как много дерева, и она всплывает. Фу. Ну что ж, пускай постоит ночь. Посмотрим, что будет завтра. А мы поехали домой с Бобби. Бобби, Бобби, ты где? Бобби спит. Бобби спит уже в лодке. Фу, в этом болоте полазил. Фу, я думаю, что-то будет, налезет. Вот это меня вымучило, верша. Приколов только было. Колесо пробил, вот. Палец пробил. Время столько заняло. Но думаю, это все не зря. Думаю, вам, ребята, интересно будет. И будет какой-то улов. Ну что ж. Блин, глубина. Будем вылазить эти пиявки, ребята. Все, будем ждать, что там завтра будет. Ну что ж, идемте проверять мою ловушку вершу. Приехали вот с Бобби с самого утра. Блин, вода сейчас такая холодная. Это болото. Чтоб не засосало тебя, да, Бобби? Интересно, что туда поналазило. Мне кажется, какая-то рыба будет стопудово. С трудом вот вытянул ее с камышов. Вот это увесистая. Опа! А я вот вижу уже карпика. Есть рыба, ребята. Так, карман бы чем-то бы заложить. Тянем. Поможет выскочить. Есть, блин, какая она тяжелая, как ее вытянуть к берегу. Будем проверять. Боба уже проверяет. Рыба есть, да, Боб? Есть рыба? Фу, с трудом вытянул ее. Какая она тяжелая. Но поналазила рыба какая-то. Будем проверять. Мелочь, конечно, уходила, когда я подымал там в конце. Щели такие образовались. И даже вот такой вот прикол. Застряла вот щучка небольшая. Посмотрите. Между ветками. Прикольно. Ну что ж, будем отвязывать и смотреть, что там за улов. Очень интересно. Сейчас карман откроем. И Бобби уже не может дождаться. Что там, да, Бобби? Да, да, есть улов. Мы с рыбой. Достаем карман, чтобы мы могли достать всю рыбу. Вот это ловушка. Класс. И вытрушиваем рыбу. Боба, Боба, иди смотри, что там. Мы наловили, Боба. О, какой улов! Вау, нифига себе! Раз, два, три, четыре, пять карпиков. Маленькая щучка. Мелочь уходила и хорошенький. Ребята, посмотрите. Нифига себе, как он туда залез. А ну-ну, посмотрим. Окно.
А, хорошее. Я сделал такое вот большое окошко, так что карп залез спокойно. А я думаю, как это, блин, такой карп, блин, залез. С полруки, красавец просто. Блин, чтоб на удочку половить. Но мы, может, это, приедем и расчистим в камышах. И нам, может, удастся на удочку такие вот половить. Есть здесь и хорошенькие карпы на этом болоте. Просто супер ловушка, конечно. Столько время, труда, конечно, ушло. Надеюсь, вам понравилось. Думал, конечно, пожарить еще, но очень, блин, устал. Вымотала меня эта ловушка за эти пару дней. Ну что ж, будем собираться ехать домой. А ловушку я пойду еще поставлю, приеду там еще через пару дней. Проверю через 3, через неделю. А потом, когда приеду на рыбалку здесь, то вставлю это видео. Что еще попалось в эту ловушку. Ну что ж, кому понравилось, ставь лайк, пиши. Всем пока!